сознание. Не знаем, что судьба пророчит. Хотим сказать. Ну, здравствуй, Сочи. Вчера возле магазина «Обои» была задержана учительница русского языка, которая в нетрезвом состоянии пыталась исправить вывеску «Обои» на «Оба». Представьте ситуацию. 45-й год, Берлин, немецкая девочка идет в школу и видит, как Егоров и Кантария устанавливают над Рейхстагом советский флаг. Команды неожиданно после февраля сразу наступил июль. Посмотрите на Женю. Он до сих пор не смог пережить ту душевную травму. Да, действительно, это был удар. В той ситуации самое страшное сидело в 13-м ряду и плакало. В таких случаях вообще хочется быть Эндрю, чтобы не понимать, что происходит. Но мы понимали, что нужно как-то протянуть год. И чтобы как-то убить время, ребята гоняли машины из Европы в Арктику. И только Витя устроился в кружок вышивания. И уже через 2 месяца сам самостоятельно смог вышить крестиком портрет Андрея Чевуева. В общем, тяжеловато было нам. А я в прозрачных колготках. Многие слышали, как наша Наташа поет, но никогда никто не слышал, как Наташа говорит. Так давайте же не будем нарушать эту старую добрую традицию. Бабушка, папа, купи пиво, папа. Сынок, отстань. Ну, бабочка, купи пиво. Ну, помолчи, умоляю тебя. Бабочка, я прошу тебя, купи пиво. Отстань, я тебе говорю. Я же вижу, как тебе хреново, купи пиво, папа. Держи, мальчик, яблоко. Что нужно сказать дяде, мальчик? Ну, что нужно сказать дяде? Ну? Партизаны там. Мальчик, полицай! Еще представьте еще одну ситуацию. Обычный кинотеатр. Вот, ну посмотри на меня. Водоводу стал плохо. У тебя все твои пьянки, друзья, алкоголики. Ты стал вещи из дома выносить. Позвонил бы брату своему, мы теперь в милиции работаем. Женщина, у вас какое место? Третье. Это там. Вы что думали, один раз выплакался и что, да? Так, действительно, это был удар. Я единственный из всех ребят, кто смог найти утешение в любви. Я познакомился с ней на фестивале, она лежала по пляжу в легком драповом платьице. Мы познакомились. Неожиданно спросил у меня, знаю ли я, как двигает краб. Я попросил ее не показывать. Потом мы пошли с ней на рынок. Я помню ее смущение, когда она впервые увидела эту Church Hell. Боже мой, как она тогда покраснела. Потом мы снова гуляли по пляжу. Говорили об искусстве, я спросил, нравится ли ей Led Zeppelin.
Она скромно ответила, что ей нравится попсят. Все было хорошо, но все-таки нам пришлось расстаться. Потому что она обиделась на меня, когда я утром по ошибке выдал ей ссылочную. Еще. Да, Жень, действительно, и ты еще. И именно поэтому мы
от всей команды хотели сделать себе маленький, но, как нам кажется, очень приятный подарок. Мы хотели бы подарить тебе этот замечательный сочинский